За прилавком фермеры, на прилавках только натуральные продукты. В Туле продолжает работу ярмарка сельхозпроизводителей. В субботу и воскресенье молочку, овощи и мясо могли купить на центральном рынке. Для местных производителей отвели часть прилавков. Есть сырые щекино, мед из Куликового поля. Веневские животноводы привезли корнишоны, тушки цыплят весом от 300 граммов. Их мясо богато витаминами и минералами. Рекомендуется для диетического и детского питания. Покупатели, наши клиенты постоянные, благодарны нам, ищут нас, где мы, потому что у нас нет, допустим, постоянных мест продаж. У нас в Веневе есть свои палатки, свои точки. Курсируем мы по всему Тульскому региону, в каждом городе 1-2 дня. Работать ярмарка начала в середине января. Свою продукцию на ней представляют порядка 10 фермерских хозяйств. Уверяют, цены ниже магазинных, нет накрутки от перекупщиков. 3 месяца для фермеров точка торговли бесплатная. За это время производители могут презентовать свою продукцию, обзавестись постоянными клиентами, найти свой рынок сбыта. Первая подобная площадка появилась летом прошлого года на Ряжском вокзале. В этом году в областном центре организуют 5 таких ярмарок. Нравится, и цены хорошие, и вкусные продукции, вкуснее. Мы довольны, уже не первый раз берем. Купили и молочные, и куриные продукции, и мед. Будем пробовать натуральный продукт. Преимущество, ну что, фермерское, вкусное, наша отечественная продукция.